Идиотизм в действии – это когда вот эти вот цветочки заставляют обрывать. Знаете как? Называется регулировка урожая. Ой, руки будем оборвать тем, кто это советует. Я уже жестко говорю. Вот. Вот она регулировка. Куда с такой урожай, куда столько цветов? Да вы знаете, что его может не быть. Через 3 дня может ударить мороз, а цветы вы половину или там 3/4. Вот представляете, стоит человек и вот отрывает, начитавшись мудрейших авторов. И отрывает. Сколько раз вот так сделать, столько это. Я даже одну боюсь сделать, столько ран будет. Ну. А потом через 3 дня раз заморозок. Вон в Челябинске -8, -10. В эти дни там тоже все цвету. Представляете, что? Вот. Да наоборот, молите Бога, чтобы побольше завязалось. Лишние упадут сами. Причем, когда они упадут, цвет этот возьмет сам себе и это. Этот цвет сам себе и... после цвета ранки, они затягиваются естественным путем, и раны просто нет. Сколько надо, столько будет. Вот когда абрикосы падали, да, вот они уже завязались, так. Вот. Видите? Представляете, какие тут плоды будут? Боже мой, вот они завязались, да? А ведь он весь был в цвету, это сейчас. Он весь был в цвету, это просто чудо какое-то. Сколько здесь было цвета. Посмотрите, сколько плодов будет. Вон они, плодики. Вы видите их, нет? Я вижу. Вот, и если приглядитесь, и вы увидите эти плодики. Ну, я что, должен был регулировать урожай? Ну, вот. Теперь смотрите дальше. Ой. Вот, допустим, я взял и от... Ой, нет, не буду, поверьте на слово. Не хочу ни одной единораны делать, это кощунство. Это касается чего угодно. Вот тут у меня эти уже отцвели, и я еще покажу вам одну вещь. Есть резерв главного командования. Посмотрите, плоды уже завязались. И вдруг вот эти вот цветочки белые, вы видите? Это резерв главного командования. Если бы вот эти попали под заморозок, вот эти, которые уже сейчас, это где тут появ, где вот видите, где уже плодики, да? Если бы они попали, и они бы уже отвалились, мертвые были бы. А потом заморозок прошел, распускаются вот эти, цветочек. Возьмем соседнее дерево, цветочек, вот, цветочки. Где-то их больше, где-то их меньше. Поняли теперь, для чего они нужны? Кстати, вот зеленый плодик, да? Вот. И здесь же еще это, цветочки есть эти белые. А это резерв главного командования, чтобы дать небольшой урожай на случай катастрофической весны. Вот. А вы, а вам будут толдычить. Обрывайте. А уж если саженец молодой, то а сколько, я клянусь вам, это уже не десятки, сотни авторов. Увидев на молодом дереве вот такое, ну это ладно, это 5-летнее, оно очень плохо росло, я постарался продать. И вот через 5 лет оно всего лишь такое. Для меня это не то, что позор. Вот, ну ладно. Смотрим далее. Выбираем саженец помоложе. Вот этот я посадил в прошлом году. Не так, я его пересадил. Так, и нет, позапрошлого, наверное. Оно отстало в росте. Так, вот. Оно поболело, ну, как положено. Так, и на 3-й год покрылось вот таким количеством цветов. А потом мне пишут, ой, рано, значит, никто не верит, что у меня на 2-й, 3-й год цветение, да? Ну, так, многие не верят. И говорят, ну, мы же читали на 5-й, на 6-й, на 7-й, на 8-й, на 10-й. Вот. А раз это получается незаконно, преждевременно, и давай рвать вот эти цветы, ну, которые лишние сами должны упасть.